именно вашими, вернее, вот этими отношениями с супругом и его отмеченным вами либерализмом можно объяснить тот факт, что он вам позволял целоваться. В частности, известная история, когда вы целовались с Аланом Делоном. Вы так хорошо изучили мою биографию. Я старался. Я не знаю, где это было, разве что во французских журналах. Угу. Ну, знаете, это была, в общем, шутка. Мы были во Франции, но я расскажу, почему. У меня фотографии сохранились, свидетельства и доказательства. Мы были во Франции на приеме, тогда он был мэром Парижа, Жак Ширак, еще не президентом, и пригласили нас, ну и каких-то французских звезд на обед. Мой муж сидел напротив меня, я сидела рядом с Аленом Делоном, и там было хорошее бургундское, и как-то так оно подействовало на Делона, и он так стал подлаживаться. А таблички с именами — месье Собчак и мадам Нарусова. То есть ничто не указывало на то, ничто что вы не указывало супруги, на да. нашу супружескую связь. Угу. И он так, подлаживаясь, сказал: знаете, мадам, у меня никогда не было русской женщины. Я говорю: верю, месье, но знаете, какое совпадение, у меня тоже никогда не было французского мужчины. Он говорит: так в чем же дело? И уже так довольно напористо. Уже так это уже не переставало быть шуткой. Вот я и говорю, да. Ну, а он довольно громко говорил, еще вином возбужденный. Я говорю: да все дело в том, что напротив сидит мой муж. Как, месье Собчак, а кто у нас муж? Муж? Да? Я говорю: да, это мой муж. И он так приник, но тут муж проявил чудеса великодушия и говорит мне: ты знаешь, ты ведь никогда мне не простишь, если ты упустишь такой шанс поцеловаться с Аленом Делоном. А все вокруг, женщины, включая Бернадетт Ширак, стали говорить: мадам, любая женщина французская отдала бы там сколько-то лет жизни за такой шанс. Ну уж пришлось. В общем, если до этого момента и были у кого-то сомнения, что Собчак — это просто эталон либерализма, то после этой истории сомнений нет. Нет. Во второй части мы поговорим как раз про политику. Это был исключительно протокольный политес. Я понимаю. Но не он был вообще ревнивым. Да? Бывало. Получала. Хорошо, поговорим об этом во второй части, потому что ревность и политика — это вещи взаимосвязанные, как мы выяснили.